Что влияет на формирование органов пищеварения? Как кормить ребенка? Зачем нужно грудное вскармливание? Доктор ответит на все ваши вопросы. О том, как сохранить желудок малыша здоровым, поговорим в программе «Звоните доктору». Программа «Звоните доктору». В студии Светлана Чеплыгина, заведующая гастроэнтерологическим отделением детской клинической больницы номер 1. Смотрите 24 августа в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».